Всем привет! Сегодня речь опять пойдет о дегидраторе. Точнее, о том, что я в нем готовила. Или, точнее, сушила. Так, смотрите, какая прелесть. Как вы думаете, что это такое? Это кусочки вкусняшки для собаки. Для тренировки, для подкорма. Кто, как бы, держит собак на натуральном питании. Очень удобно. Насушил, закинул там, если не до конца посушил, можно в морозилку порционно покидать. Места очень мало занимает. В данном случае это кусочки печени. Они абсолютно сухие, но храниться они не будут, потому что внутри мягенькие. То есть снаружи они как бы все полностью сухие. Они очень такие, как грибы сушеные. Но внутри есть мягкость. То есть собака разгрызает, зубки не ломает, хоть ей и полагается грызть много, но, тем не менее, не до конца просушенная. И, соответственно, на всякие тренировки, на подкормки очень идеально подходит. Ну и, соответственно, все лишние остаточки порционно в пакетик и в заморозку. Как я уже говорила, идеально. Я часто пользуюсь дегидратором именно для подготовки таких вкусняшек для собаки. Любые субпродукты, там какие-то сердечки, печеночки. Все это режется достаточно крупными кусочками, усушивается. И нет ничего лучше, чтобы побаловать своего питомца. Кстати, кошка тоже очень любит эти вкусняшки. Так что они на пару с собакой. И сидят, и лежат, и все что угодно ради этой вкусняшечки. Кто еще не использовал дегидратор для подготовки вкусняшек, рекомендую попробовать. Вкусняшек для собачек, я имею в виду для кошечек. Всем до скорой встречи. С вами Маханева Наталья. Канал «Все сразу». Всем мира и добра.